Няшки-мультяшки, ю-ю-ю, диди. Уважаемые дети, надо Машу накормить. Но попало в холодильник то, что люди не едят. В холодильнике порядок нам придется навести, чтобы Маша не наелась тем, что Маше есть нельзя. Верно, яблоко годится для того, чтобы съесть его. Если что-то несъедобно, брось в корзину поскорей. Дети мячиком играют. Дети мячик не едят. Мы с тобою накормили Машу вкусной едой. А теперь-ка постарайся отобрать продукты сам. Если будет слишком трудно, знак вопроса нажимай. И тогда тебе еще раз объясню я, как играть. Дай Саше те продукты, которые он просит. Апельсин. Молодец. Шоколад. Накорми Машу тем, что она просит. Груша. Молодец. Слива. Отлично. Апельсин. Все получается. Яблоко. Отлично. Груша. Накорми Сашу сладостями. Это сырок. Это сырок. Это торт. Это шоколад. Отлично. Это конфета. Маша хочет пить. Достань ей из холодильника два напитка. Это ситро. У тебя все получается. Кот очень проголодался. Накорми его. Это помидор. Молодец. Это мороженое. Молодец. Это бутерброд. Молодец. Это каша. Отлично. Это яблоко. Отлично. Это курица. Саша хочет выложить из холодильника в коробку 5 игрушек. Помоги ему. Это юла. Это воздушный шарик. Отлично. Это часы. Молодец. Это телефон. У тебя все получается. Маша будет говорить тебе, что хочет съесть, а ты доставай это из холодильника. Сыр. Класс. Сырок. Торт. Саша проголодался. Дай ему то, что он просит. Помидор. Молодец. Лук. Класс. Груша. Класс. Курица. У тебя все получается. Ситро. Молочные продукты. Это сырок. Отлично. Это сыр. У тебя все получается. Это мороженое. Переложи вместе с Машей в коробку 6 несъедобных предметов. Это мяч. Класс. Это ножницы. У тебя все получается. Это мухомор. Молодец. Это машина. Молодец. Это телефон. Отлично. Это кактус. Саша проголодался. Дай ему то, что он просит. Лук. Отлично.
получается. Каша. Молодец. Шоколад. У тебя все получается. Клубника. Класс. Слива. Накорми Машу чем-то вкусным. Это конфета. Молодец. Это апельсин. Отлично. Это яблоко. У тебя все получается. Отлично. Это сырок. Отлично. Это шоколад. Класс. Это бутерброд. Thank you.